Появилась информация о предполагаемых террористах, подозреваемых в захвате исправительной колонии номер 19 в городе Суровикино Волгоградской области. Ими являются 29-летний уроженец Узбекистана Тимур Хусинов, осужденный на 6 лет, 28-летний уроженец Узбекистана Рамзит Дентошев, осужденный на 8 лет, 23-летний уроженец Таджикистана Рустамджон Наврузи, осужденный на 7 лет, и 28-летний уроженец Таджикистана Назирджон Тошев, осужденный на 8,5 лет. Все они были осуждены по делам о наркотиках. Хусинова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Все они судимы впервые. Отметим, что в результате захвата исправительной колонии номер 19 убиты минимум двое сотрудников – начальник отряда и начальник оперчасти. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, четверо пострадавших в результате захвата заложников доставлены в Суровикинскую центральную районную больницу. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.